сейчас ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузно засажу. Геральт, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузно. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Хорош. Не лезьте ему под дверь! Надо застрелить. Хорошего понемножку. Убейте, мы уже уходим. Старые добрые времена, а? Да, будто изверженные не уезжали. Говори мне сюда. Эх, я вот пиво выпил. Держитесь вместе. Ходу. Ну, все у нас исправно вышло. Теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. 100 лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Эх, ты раздобрел. О, так упражняюсь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но Риданский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то посмурнел. Что такое? Дело в Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? 6? 7? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. О, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится. Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся. Может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Ого, записка от благодарной музы. Значит, письма чужие читаешь? Мое лицо. Ага. 10 бочек изысканного Туссенского, 5 ящиков Саденского тройного. Хм, ничего интересного. Да нет, это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Да, Лютик и ежедневник. Очень смешно. Даже если он что-то отмечал, то, наверное, очень по-своему. И только он сумеет разобраться в своем бардаке. Погоди, может, все не так плохо? Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? А, о, вот оно! Последнее время он встречался только с девушками. Хорошая мысль. У Лютика длинный язык, может, он растрепал подружкам что-нибудь такое, что наведет нас на его след. Ну, на это весь расчет. Ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так.
Я расспрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже, обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. А ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Если что, я тут рядом. Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Ты чего стоишь? Читай, читай, может, что узнаешь. Коллегия профессоров Оксенфуртского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкрацу Виконту де Леттенхофу титул магистра семи свободных искусств. Вине Лютик понимает, как никто. Это та самая лютня от эльфов из Дольблатаны? Ага. Если он ее не взял, значит, очень спешил.
Ты еще тут? Ищешь что-то? Да вот проверяю, не пропало ли чего. Вот хальня. Эти же все вынесут, да продадут. Хорошо, что ты не ушел. Я хотел тебя кое о ком спросить. Пусть только лишь на шелке страсть ей снится, но если надо, и матрас сгодится. Молли! Она убирается у баронессы Лавалет. Он взял на прицел баронессу, а остановился на горничной? Лютик людей по происхождению не делит. В постели все равны. И потом, настоящий поэт должен хорошо знать жизнь. А так он может изучать мир с разных сторон. Если б я его не знал, то решил бы, что он ревнует Марабеллу. Да вряд ли. Она его давняя ученица. Он мне кое-чего о ней рассказывал. Кажется, я не хочу этого знать. И правильно, потому что с некоторых пор у них стало все как-то совсем странно. То есть? Ну, она велела ему переодеваться, называла его христианом, себя Анастасией. Извращения понеслись галопом. И еще каким? Однажды она сказала, что он ее жеребец. Лютик-то это за комплимент принял. Но тут она вынула удила из брую, и бедолага смылся через окно. Веспула. Знакомое имя. Это не она выбрасывала в окно его портки? Она. И вопила на полной Виграда, что он рохля и охрипший фазан. Она. И швырялась в него цветочными горшками. Ну, что делать, старая любовь не ржавеет. Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы. Манерам ей учиться не пристало, она лишь карликом махала. Карликом? Не замечал за ним такой скромности. Хе-хе. Карликом Роза Варатра называет свой гвихир. Хорошее название, а? Ее отец, большая нильфгаардская шишка, нанял Лютика учить ее и ее сестру манерам и риторике. Но говорят, что Розе больше нравится драться на мечах. И она поменяла всемирно известного барда на простого фехтовальщика? И, кажется, ни одного. Все время слышу, что очередные учителя отказываются с ней заниматься, потому что она понавешала им люлей. Теперь ее отец ищет новую жертву. В смысле, учителя. Пусть странен лик ее, изменчива природа. Кто взглянет в очи, ей постигнет в жизни много. О, чувствую какое-то особенное вдохновение. Ну, я не в восторге от эльфок, но это исключение. Ей бы сама Франциска Финдобаир позавидовала. Так, может, сам к ней сходишь? Давай уж, лучше ты. Почему? Видишь ли, эльфская красота, она как молодое вино из Боклера, а я как-то больше по водке. Ну, наверное, я узнал все, что хотел. Спасибо за помощь. Спать, спать, спать. Может, да, может, нет. А может, иди ты нахер. Младший, говори, ты ему больно. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин младший не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты че рьешь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти. Не вмешивайся, седой. Не твое это дело. У Веспулы теперь новая охрана. Да ну! Это чья же? Моя. Я предложил лучшую цену. Ну, посмотрим, что у тебя с качеством услуг. Держитесь вместе! Вместе! Ублюдка! Ha!
в крови. Все! Столько работы и впустую! Можешь меня не благодарить, правда? Прости. Не пойми меня неправильно, я благодарна, но все, что было, все пропало. Ладно тебе, отстирается. Конечно, отстирается. Надо все в белом уксусе замочить. Да не в этом дело. Младший мне не простит. Или я сама сверну лавочку, или мне ее по ветру развеют. Прости, я не думал, что все так серьезно. Такая уж женская доля. Мужчины развлекаются, а мы разгребаем последствия. Ну да ладно. Перееду в Оксенфорд. И профессорам надо стирать кальсоны. Не знаю, помнишь ли ты меня, но мы уже встречались. Нет. А, погоди. Узнаю. Ты тот ведьмак, в которого я почти попала цветочным горшком, когда, Когда выпроваживала Лютика через балкон. Я здесь как раз по его поводу. Ты не знаешь, куда он делся? Верно, шляется где-то фазан хрипатый. Проходимец лживый. Ого! Чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это. Вышвырнула я его с разбитой мордой. А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да. Скорее, из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю тебе, артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю. Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме, а я не к месту осерчала. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только... скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. Друг Лютика, ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать? Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал, что Элихаль подруга Лютика. О, вон оно что. Подожди здесь. Так, лучше? То есть ты... Элихаль. То есть ты и Лютик? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу.
Пожалуй, я не хочу знать, что было дальше. Ладно тебе, он был не настолько пьян, чтобы не понять, в чем дело. Впрочем, мужчины меня не интересуют. Я это ему сразу сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, что там творилось? По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит, старая курва. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Хамьё свекольное. Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота. Госпожа не знает, с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я горничный ее, к Молли. Не морочь голову. Баронесса как раз выезжает. Сойди с дороги. Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность. Приветствую, баронесса. Приветствую, генерал. Ты права, это не случайность. Тебя не узнать невозможно. Но, чтобы воздать должное этикету, Мария Луиза Лавалет. Генерал императорской армии, знаком с ведьмаком? Удивительно. Да, мы уже как-то встречались. Ха, и как? Представь себе, Луиза, сам император пожелал поговорить с ведьмаком, и мне повезло с ним тогда встретиться. Значит, Геральт из Ривии работает на императора Эмгыра. Очень интересно. А теперь Варам Рейс пожелал очистить Новиград от монстров. Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Это моя горничная. Сейчас она у моей подруги, Патриции Вигельбут. Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках? Что ты об этом думаешь, ведьмак? Не желаешь ли принять участие в великосветских забавах? Что?
Что ж, если Молли будет там... Тогда в путь. Мы на месте. У моего отца было похожее имение в Бругге. Я ездила туда в детстве. Идем посмотрим лошадей. Ты любишь лошадей, Геральт? Наверное. Всех своих кобыл я зову Плотва. Вон та серая Кантарелла. Дочь Кагыра, чемпиона из Воли. Серый хороший цвет. Для коней тоже. Мой фаворит... Вороной, Немрод, чистых кровей Нильфгаардец. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Разбирается — это слабо сказано. Он настоящий знаток. Кони куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак. По большей части стараюсь не падать. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице Нильфгаарда. Отличная дубленая кожа. Почему нет? Посмотрим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Хорошо сказано. Какого коня выберешь, ведьмак? Я с тобой состязаться не буду. Лучше поставлю на победителя. По-моему, выиграет Немрод. В таком случае попытаю удачу на гнедом зериканце. В таком случае зачем медлить? Начинаем! Все готовы? Но! Какой накал! Прекрасная победа! Благодарю. Для человека, у которого любую лошадь зовут Плотва, ты отлично держишься в седле. Поздравляю! Это твое. А теперь не мог бы я поговорить с твоей горничной, госпожа? Ах да, Молли. Ты же за ней приехал. Молли вон та статная девушка. Поговори с ней, а затем, если захочешь, мы подвезем тебя в Новиград. Очередной приблуда из Тимери.
Ну вот, пожалуйста, еще один страшила. Я Молли. Кажется, ты хотел меня видеть, сударь. Зови меня Геральт. Геральт? Тот самый Геральт, которого Лютик вытаскивал из стольких передряг? О да, если бы не он, меня бы тут не было. Он рассказывал мне о ваших приключениях. Как он воодушевлял тебя песней на бой. Как отвлекал Кейрона игрой на лютне. Я говорю буквально. Если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о нем. Ты не знаешь, куда он подевался? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик — лентяй и пустозвон. Ты представляешь? А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носит и вообще. А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в гости. А он смешался и сменил тему. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаймы денег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал, что будет клубника. Такое вино с пузырьками. И что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков, но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает. Всем, кому только сможет. Как здорово! Спасибо. И удачи в поисках. О, Геральт! Вернемся вместе? С удовольствием. До Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Это верно. Ну, поехали. Вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. Куда? Thank you.
О! Прости, я ищу Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. Я подожду. Я скоро. Так вот, сегодня его не будет. Как это? Потому что его укусила крыса, и у него лихорадка. А куда? Крыс не умирает, глупая. Умирают. Я однажды видела, как охотник на лодке сказал, что я не могу, а потом снова. Кашель нападет. Мой дядя? Ездит с цирком, потому что умеет хватать мечи. А ты умеешь? Это больно! Теперь мы можем поговорить? Я тебя слушаю. В чем дело? Я знаю, что ты недавно виделась с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Нет, мы смотрели «Атлас грибов». Может, ладно, даже гадать не буду, что взбрело ему в голову. Его интересовала плесень. Когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом, я поняла, что у наших отношений будущего нет. А ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс. Потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила, нет так нет. Я нашел у Лютика стихотворение о тебе, и из него следует, что ты необычайно талантлива. Да? Он писал о моих стихах? Меня всегда вдохновляли кони. Я мечтаю воспевать красоту этих благородных животных. Ты видел у Лютика мои строки? Это только наброски, но мне интересно, что ты о них думаешь? Нет, не видел. Хей, бич развернула крутой узловатый свист! Хлопнул бич и натянутый вожжи. Конь был танцором меж бедер ее. Встал на дыбы и заржал в мелкой дрожи. К сожалению, я... не разбираюсь в поэзии. Спасибо за помощь. До свидания. Мой папочка очень не любит это. А ты здесь? За этим братком аж до самого сада. И как Людор. Ну чего еще? Я хочу увидеться с Розой Вар-Атре. Ого! Знал бы ты, чего я хочу. Барышня Роза не видится с кем попала. Я Геральт из Ривии, ведьмак.
Ну вот как барышня Роза превратится в стрыгу, ее отец за тобой и пошлет. А пока тебе тут делать нечего. Честь имею. Граница этого лагеря заканчивается цивилизацией. Спасибо, ведьмака нам не надо. У нынешней молодежи в голове сплошной гоголь-моголь. Вот. Доброго здоровья. У нынешней молодежи в голове сплошной гоголь. Жри, говно! Вафор. Эвелин Духаус Айнхерзая. Спать! Отвали! По всему городу ходят слухи, что тебе нравятся такие, как я. Не отбирайся, цветочек. Для тебя, госпожа Варатре, и лучше цвет... Кто ты и что здесь делаешь? Отвечай немедля, или я вызову стражу. Прости, что я пролез к тебе тайно. Я Геральт, друг барда Лютика. Геральт из Ривии? Ведьмак из песен? Ты что тут делаешь, приблуда? Как ты сюда попал? С главного входа я никого не пускал. Великим солнцем клянусь, барышня. Молчи, я все улажу. Следи за выражениями. Это Фредерик Франсис де Бержерак. Новый учитель фехтования, верно? Веди его в зал для занятий, я вскоре присоединюсь. Но госпожа, это же ведьмак! Он так сам говорил еще минуту назад у дверей. Капитан, ты правда считаешь, что Роза Варатре будет упражняться с любым растяпой, который возомнит себя фехтовальщиком? Так вот, род Варатре всегда требует лучшего, потому папа и нанял ведьмака. Проводи его в зал для занятий. Живо! Так точно, барышня. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже.
Барышня Роза та еще бестия. А как дорвется до клинка, не знает жалости. Деревянный возьми и смотри, барышню не повреди. А то господин посол... За мной! Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа расстарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Хороший бой. Ты гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Что-то я не понял. Мне казалось, мы уже разговаривали в саду. В саду? А, да, в саду. Так что ты говорил? Зачем ты пришел? Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Но между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. А ты быстрый? На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. Что, драться расхотелось? Хватит бахвалиться! Дерись! Чтоб тебя! Может, ты не учитель фехтования, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? К сожалению, вынужден отказаться. У меня все расписано. Как хочешь. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар-Атре. Главная склочница к югу от Яруги. Погоди, так это я с тобой в саду говорил? Конечно, со мной. А что, Роза решила над тобой пошутить? Не сердись. Мы так с детства забавляемся. Нас всегда все путали.
Как я понимаю, Лютик тоже вас путал. Бывало, но тогда Роза быстро приводила его в чувство. Закрой на минуту свой зловредный ротик, сестричка, и позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубадурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Женщина, о которой вы говорили, она не из этих краев? Помню, он восхвалял ее певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал ее «Циранкой». В ковере такие чудные имена – обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту «Циранку». Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать, госпожа, куда и когда я должен явиться. Давай завтра. Здесь же, в то же время. Договорились. До свидания, мастер-ведьмак. Пришли Яру, придем и Понтом. Как дела, Пуш? Скучала по Золтану, старушка? Что? Ну вот и ты, наконец, познакомился с моей Пусей. Она вот-вот заговорит. Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя? А, купил на распродаже вещей какого-то чародея. Охотники за колдуньями вместе с вечным огнем устроили на него засаду и выкурили, бедняк.
а барахло его выставили на продажу. Я там как раз проходил и увидал клетку с совой. Ну да, не смог устоять. Ясное дело, не смог. Только Лютик сейчас важнее. Ты узнал что-нибудь? Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. И, кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера. Кажется, трубадурша. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. Ясно. Это Присцилла. Кто же еще? А кто такая эта Присцилла? Трубадурша. В последнее время очень популярная. Представь, что Лютик переменил пол. Вот и будет полная картина. Звучит страшно. Как же Лютик вынес встречу со своим собственным отражением? Так втрескался по уши. Ну что можно сказать, нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. Эта девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с труппой Ренары Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в Зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. Жить. Тебе пригодится. Дайте жить спокойно. Осторожней. Миллион взят, миллион отдаст. Выходит, уже 2 миллиона. Ты уже здесь? Заходи, давай сядем где-нибудь. Сейчас начнется.
проложи средь шрамов ран суровых, чтоб наши слить пути судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи их снова, пусть сложатся они в судьбы узор. И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. По следу волка я пойду в метели, и сердце дерзкое настигну поутру. Сквозь гнев и грусть, что камнем затвердели, и разожгу уста, что мерзнут на ветру. И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Не знаю, ты ль мое предназначение, иль страстью я обязан лишь судьбе. Когда в желанье я облёк влеченье, не полюбила ли ты во вред себе? И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит женщина. Мы на концерт пришли. Убийца? Война идет. Вот люди и умирают. Идите, спорьте в другое место. Опять одни дрязги. А говорили, это престольное заведение. Насколько я знаю Геральта, он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасет? Он же убийца. Золтан, спокойно. Выход там. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. Дайте мне послушать музыку. Культурная столица, сука. Давай я тебя представлю. Присцилла. Известная как Цираночка. Столь же прекрасна, сколь талантлива. А это... Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся. Ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак, влюбленный в чародейку. Или следует сказать, в чародей. Вижу, Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого?
Очень забавно, правда. Ну, до свидания. Не туда. Давайте за мной. Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сигеройвина. Ой, мотыляш, за ногу! И больше я его не видела. Лютик и налет на казну? Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в Пассифлоре, так 3 дня потом уснуть не мог, нервничал. Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Но имен не называл? Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная и с обширным бюстом. Ровин? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да. Надо полагать, налет не удался? Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Я спрашивала о нем в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка-младшего, и что ублюдковые люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок-младший? Что-то не знаю такого. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех 4, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе с, собственно, Сигеройвином, Карлом Варезе и Королем Нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы началось. Холера. Надеюсь, Лютик выйдет из этой истории живым. И невредимым. Знаешь, что они делают с бардами? Ломают пальцы. Или вырывают языки. Или то, и другое. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сигеройвином. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. Только смотри, это опасный тип. Я тоже. А вот Лютик нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Похоже, мне здесь делать нечего. Я в шалфей. Грубия. Накормлю Кусю и буду ждать. Думаю, что делать. Глубочайшие извинения. Осторожно. Спокойно. Нахал. Ничто не вызывает такой жажды, как торговля. Только что стиранный, разве весело? Чародейки, мутанты, богохульные, кобальды, фу! Есть здесь кто? Открывайте! Чего ловишься? Бани закрытые. Мне нужно встретиться с хозяином. Я знаю, что он здесь. Ну и что с того? Занят он. Занят? Чем? Он принимает важных гостей. В таком случае скажи ему, что пришел еще один важный гость. Геральт из Ривии. Я не уйду, пока не увижу его.
Ну хорошо, я попробую. Прошу обождать. Тигеровин вас ждет. Меня зовут Гапен. Встреча проходит в бане. Однако сперва надобно зайти в раздевалку. Там вы сможете оставить одежду. Пойдем. Тут можно раздеться. Вещички ваши будут в безопасности. Замечательно. Тигеровин ожидает в следующем зале. Эй, белоголовый! Красивое тело. Я должна отдохнуть. Он не краснеет. А ублюдок младший отрезал ему руку и велел засунуть ему в зад, а потом отослал тело обратно. Привет, красавчик. Протянутый знак согласия. Будром называть его Ураборос. Хватит трындеть. Мы только время теряем.